Продолжу еще одной актуальной весенней темой. Региональный Роспотребнадзор предупреждает об опасности отравлений в сезон паводков. Риск возникновения инфекционных заболеваний во время активного таяния снега очень высок. Специалисты отмечают, что сейчас необходимо соблюдать правила безопасности. Во-первых, следить за гигиеной и тщательно мыть руки. Во-вторых, пить только кипяченую или бутилированную воду. Если ваш участок попал в зону подтопления, после ухода воды необходимо убрать мусор с территории. Важно при этом делать это в перчатках. Посуду, мебель и другие вещи, которые затронула вода, нужно продезинфицировать. Напомню, ранее в МЧС сообщили, на Камском водохранилище началось половодье. При угрозе подтопления рекомендуется сделать водоотводы от дома в сточные канавы или очистить существующие водоотводы, находящиеся на придомовой территории от снега, льда и мусора. Перенести на верхние этажи чердаки, домашние вещи и электроприборы. Освободить подвалы от имущества, продуктов питания, запасов овощей. Закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предотвращения поступления наружных поверхностных вод. Отмечу, что в Прикамье в зоне подтопления находятся 15 населенных пунктов в Кудымгарском, Чусовском, Карагайском, Юсвинском и других округах.